Безопасные и качественные дороги – путь к созданию комфортной среды. Научно-практическая конференция с таким названием прошла 14 октября в Сочи. В мероприятии приняли участие представители Минтранса России, Росавтодора, ГИБДД и региональных проектных офисов. Ненецкий округ присоединился к обсуждению по видеосвязи. Далее все подробности. Как грамотно и эффективно реализовать дорожный нацпроект в регионах и какую роль он сможет сыграть в формировании опорной сети автодорог? Эти вопросы стали центральными в ходе дискуссии на конференции, которая проводилась в Сочи. За 2 года реализации национального проекта сделаны большие объемы работы. И они настроены в основном на приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог. И за 2 года удалось 32 тысячи километров автомобильных дорог в регионах привести в нормативное состояние. В ходе конференции были озвучены результаты реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Так планируется ввести в эксплуатацию 1380 километров федеральных и региональных дорог. Объем федерального финансирования – более 107 миллиардов рублей. Работы ведутся на 6350 объектах. Большую часть из них введут в эксплуатацию уже в этом году. В нормативное состояние приведут 16,5 тысяч километров. Уже сейчас ведется работа по заключению контрактов на следующие дороги. Сезон. Мы исходим в первую очередь, исходя из социальной направленности, потому что дорога, она не ради дороги. Дорога, она в первую очередь ради граждан, ради пользователей этих автомобильных дорог. И применительно к агломерациям это детские, дошкольные учреждения, это школы, это и центры притяжения, досуговые центры. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные автодороги» в Ненецком округе удалось выполнить масштабную реконструкцию главных транспортных артерий. Сегодня завершаются ремонтные работы на дороге Наринмар-Искателей, в финальной стадии и участки в районе улицы Ленина и Рыбников, а также на Полярной. На сегодняшний день сформирована опорная сеть автомобильных дорог Ненецкого автономного округа, которая является частью опорной сети Российской Федерации. Объекты региональной опорной сети вошли в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги». Одним из таких объектов у нас является автомобильная дорога Наринмар-Усинск. На сегодняшний день протяженность недостроенного участка составляет порядка 44 километров. Все государственные контракты на завершение строительства дороги заключены. Окончательный срок – конец 2023 года. В текущем году мы планируем завершить строительство первого участка протяженностью 16,6 километров и продолжить строительство второго участка и нулевого участка с мостом через реку Шапкино. В ходе конференции региональные дорожники задали интересующие вопросы. Также были рассмотрены промежуточные итоги исполнения нацпроекта и наметили планы на дальнейшую плодотворную работу. Василий Хатанзейский, Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич. Телеканал «Север».